sera, ma come forza va? Chi? Si crena il paladino, ma sto padre Macaragni, chi? Si crena il pancino Taniaki, a chi? Si lo provate, a chi? Дорогие друзья, добрый день. Немножко я два слова скажу о сегодняшнем нашем празднике. Это очень... Такой этот праздник, он берет свое начало в небольшом городке южноиндийском Пури, да, штат Ориса, или Джиганатха Пури, если вы будете смотреть по картам, вы увидите на берегу. И ситуация состоит в чем? Что Джаганат, Джага на санскрите — это вселенная, Натха — это повелитель. Это такой древний индийский религиозный праздник. И царь Пури, царь этого, мэр этого города, он попросил, что когда в Европе проходят эти праздники, одно условие поставил. Попросил, чтобы все эти праздники проходили после того, как пройдет он в Индии. Вот. И в начале июня уже в Индии прошел, там много миллионов людей стекаются со всей Индии посетить этот духовный праздник. И смысл праздника в том, что, видите, есть колесница Радха, Радха-ятра, да, дословно переводится на русский праздник колесниц. И вот есть такие канатики. И каждый, кто смог в этом Пури, конечно, там не каждый мог пробраться, там миллионная толпа людей, но у нас сегодня, я думаю, каждый, кто захочет, может потянуть за канатики. Мы будем тянуть эту колесницу вокруг парка и к 3 часам придем на эстрадный театр. Там будет концертная программа, индийские танцы, и также откроет ее консул Республики Индия. Поэтому духовный, эзотерический смысл того, что мы привлекаем, мы просим Господа войти в наше сердце, да, тянем его за колесницу, и для этого сердце, оно что должно? Чтобы Господь проявился, сердце должно очиститься. Потому что враги, кто-то думает, что враги, они снаружи, но враги, они внутри человека, по сути дела. Вожделение, гнев, жадность, вот эта злоба постоянно беспокоит сердце человека. И смысл праздника сегодня, тянув за эти колесницы, как-то медитировать, молиться, чтобы сердце оно стало почище. Есть голос, нет голоса, это уже не так важно. Главное, чтобы сердце было чистое. Поэтому, пожалуйста, все могут сегодня принять это участие. Мы сейчас возьмем канатики. Да, кто у нас отвечает за канатики? А, еще будет даже церемония благоприятная, разбитие кокоса, как это делают в Индии. Вот. Там царь разбивает, но у нас кто-то будет как царь и разобьет этот кокос. Они практически очень благоприятные орехи. И когда их разбивают, то атмосфера очищается. Кто-то разбивает бутылку об корабль шампанского, мы разбиваем кокосы. Похоже, есть что-то. И пока разбиваем кокосы, можно петь, Жораш, чтобы или что делать? То есть мы начинаем с прославления, я еще раз сказал, Джага, Натх, Джага переводится с санскрита вселенная, Натх — это повелитель. То есть это обращение к единому Творцу, повелителю, творителю вселенной. Джая Джагана, Джайо Джагана, Джай Баладева, Джая Субхадра. Джая Джагана, Джая Джагана, Джай Баладева, Джая Субхадра. Джая Джагана, Джай Джагана, Джай Баладева, Джая Субхадра. Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra.
Swami, Nayana Patagami, Nayana Patagami, Baba Tumi. Jagannatha Swami, Nayana Patagami, Nayana Patagami, Baba Tumi. Swami, Nayana Patagami, Nayana Patagami, Baba Tumi. Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Rama Rama Hare Hare.
Krishna, Krishna, Hare.